Всем приветики. У многих на кране есть такая вот насадка. Это фильтр от грязи. Но мало кто знает, что его можно почистить. Я тоже не знал, но оказывается можно. Скручиваем его с крана и идем чистить. Ну и в общем, вот мы его сняли. Я реально не знал, что можно почистить. Он уже засорился у меня, я собирался покупать новый. Но в итоге решил разобрать, посмотреть, что там. Ну, у многих такой есть насадка такая, в которой стоит фильтр. У кого-то, может быть, внутри нету фильтра, но вообще в этой насадке фильтр есть. И он как бы защищает от грязи. От грязи, которая из крана может выйти, ну, вместе с водой идет из крана. Мы достаем ее оттуда. Она почему-то плохо достается, хотя должна легко. Ну и вот он сам фильтр, который вставляется в насадку и в итоге в кран. Он через это, благодаря этой сеточке, во-первых, делает поток воды ровненьким, без него оно вообще так колеблется. Во-вторых, всю грязь оно задерживает. И вот здесь есть такое небольшое, даже как будто специально под отверточку отверстие маленькое. И вот мы подковыриваем, вон он, даже есть такая ямка специальная, как будто бы, для того, чтобы достать. Я этого не знал до вчерашнего дня, пока не решил посмотреть. В итоге снимаем верхнюю крышку, вот она. Достаем ее. Ну, она уже чистенькая, я вчера почистил, а так здесь были какие-то, ну, грязные такие, черные какие-то точки. Ну, а теперь вот она чистенькая. В воде, но не видно ничего, ни песка, ни черного, ни других каких-то штук, которые могли из крана выходить. Все чистенькое, вот оно. Сеточка чистенькая. Но если у вас грязная, вы тогда промываете, продуваете. Можно там, я не знаю, иголочкой. Если что сильно не хочет промываться, выдаваться, вытолкнуть иголочкой. На этой стороне делается то же самое. Когда почистили, у вас уже здесь все чистенько. Нет, здесь просто сейчас вода, ну а так здесь ни песчинок, ничего. Тогда все, соединяете. Переходите к этой стороне. Здесь тоже есть такие вот типа решеточки пластмассовые. Берете их, например, пинцетиком. Достаете одну. Смотрите, не засорилась ли она чистенькая. Достаете другую, смотрите, не засорилась ли она чистенькая. Смотрите тут. Чистенькая ли? Чистенькая в воде, но чистенькая. Так, если воду убрать, то, в принципе, она чистенькая. Только что продул, он, пожалуйста, реально чистенькая. Ну и назад ложите в обратном порядке. Одну сеточку такую, решеточку даже вернее. Вторую. Так, чтобы они попали друг на друга так, как они стояли. Все. Ну и сверху укладываете обратно вот эти вот сеточки. Все. Собрано. Уже готово. Чистенькая, целенькая, готово обратно к применению. Вставляете ее сюда, где она стояла, сверху. Резиночку. И обратно накручиваете на кран. Вот и все. Ну и вот дальше накручивайте на кран. Вот и все. На этом чистка фильтра закончена. Благодаря этому у вас будет лучше течь вода. И, ну, благодаря фильтру она ровнее течет. А если вы почистите, будет лучше течь. Вот. Ну, на этом все. Всем покедова.